Она сам друид не это самое не заблудится. А чё ты, блядь, эти не ведешь нахуй? Блядь, эти стримы нахуй. Блядь, ну там донаты могут кидать хоть нахуй. Я тебе такую клоунаду тут развести могу нахуй, что тебе, блядь, баб... Что тебе бабки будут заносить, просто будешь мне 20% откидывать. Да. Они, бабки нахуй. А, нет, эти нет. Ну да. И там надо аккуратно с ОУЕшками будет у карниза, потому что снизу могут это загреться, но. Но я потом скажу, где надо не лить вообще на. Че? Их просто надо ЛПшки накидывать и пробегать мимо, нахуй, а там под... Да не, хуйня полная, вот делок, вставайте, ДКшка таунтит, нахуй, льет вот сюда, вот прям центром лужу, на петом его согрелись. Вот сюда вот льет лужу, нахуй, сам заходит вот сюда вот за угол вот так вот. И все. И не париться, нам. Блять. Это сложно, нахуй. Прям вылетаешь, ДК, просто таун кидаешь, вон на мобов, я сейчас даже череп поставлю тебе. Чё, как? Я бы мишку открыл бы, но. Не бейте, отойдите, блядь. Ну, нахуй вы стоите прям под огнем, ёбаный урод. Дайте ему наагрить чуток. Все, наверное, можно. Да, блядь, на трэше пусть будет пока два танка вот у компот. Ебать, я в демоне, нахуй, по трэшу подсадку дал, блядь. Пока все живы были, нахуй. Не бейте пока. Но. Все, пошли дамажить. Но. Я пока не могу это выпить. Но. Да, 4-4 нормально носовую идет. Я вот, блядь, тоже сколько с людями срался за это, блядь, да, они все говно, говно, Т9, ебать.
Я говорю, вы ебанутый, что ли, блядь? Сове вообще охуенно Т4 таскать, нахуй, пока Т10 нету. Да, да, сейчас аккуратненько. Это самое. А танк второй можешь спекаться, нахуй. ДД. А, нихуя. Давай, я просто видел, нахуй, в 4Т4 сову. Вот аккуратно, тут нихуя не лейте, не бейте, нихуя. Блять, танк. Ой, блядь, тише, нахуй. Лужу вот сюда, вот если вот сюда вот иди, ставь их сюда, вот тут вот, ставь в углу, где лоб стоит. Вот, прыгаю, нахуй. Ну, либо там, да. А уешки сильно не бомбите, блядь, ну, либо бомбите, но аккуратно прям в стенку. Потому что если вы сейчас нижний трэш, нахуй, заденете, это пиздец. Тут залупа полная, тут нахуй снизу бывает, трэш прибегает. Пошли, пройдемся, посмотрим, что будет по времени, нахуй, по рейду. С погибели тоже вкусняшек падает, так-то нихуево. Не бейте, не бейте, бейте. Пошли. Вот этого бери справа. Дай ему нахуй слайк этот, блин. А, ну похуй, он закончил. Не-не-не. Все, тут уже похуй, можно делать все, что хотите. Бля, где шаман его взял, нахуй? Так, а ты ДК спек зарядил, показал, какой правильный, но. Он в гибриде же, да? Что-то не. О. А, ты ему через меткость сделал, ну, через промахи эти ебаные. Ну, у меня был не декап, и поэтому я. ДК, у тебя сколько? У тебя меткости вообще хватает, не? Тебе, может, меткость? Сейчас скажу. У меня 298 меткости. 9%. А, ну понял. Ты кому говоришь это? Шамиль такой сидит, а мне, наверное, говорят, да? Он что, реально камни на деф въебал, что ли, на ДК? Ебать, на 30 рейд. У тебя что, дефа не хватает, братан? Не хватало. Ну это пиздец, да. А чё ему до сих пор с грула это? А он не ходил туда еще, у него карабль. Так мне же проходку делай. А, братан, понял, бля. Я ты орёшь, блядь, я чуть не умер. Вот так что, иногда он просто не успевает на РТ приходить по будням, а по выходным у нас самое то получается. А вот по выходным закрыто.
Это, а чё, короче, 8 часов вечера, да, Слайк РТ? Ну я магом, наверное, залечу. Потому что, блядь, как они нахуй? Ну ты понял. Да. Они, короче, РТ еще на полчаса передвинули, а для меня это вообще критично, нахуй. Я второго ночи, блядь, заканчиваю, нахуй, оно надо. Чё за... да. А, понял. РДД в воротах, милики, соответственно, на кого кидается звезда, это сфера ебаная, вот сюда вот забегаете. Кто такой Каноба? Забеги, забеги туда, ага. А милики по лестнице поднимаются, если на них кидается. Я один кадепаса поднял, нахуй, одной этой, блядь, ожог души одним, нахуй. Надо? Ну давай забаню, похуй. Иди нахуй. Как скажете. Башу Канобиса. Со смотрителя. Да, там копыта ДК может, короче, с копыта упасть. Спина, сарана, кольцо бисовое. И... Спина бисовая. Рыбки. Где нахуй большой хозяин жизни, блядь? Ну, месяца два еще будет, да? А потом уже это. Ебать, 5500 СПД у меня, ну нахуй. 5600 почти. У меня без бафов слайд 3600 СПД. Я уже больше, чем Элем даю, но. Ну, вот так. Так, чтоб ты понимал, у меня хосты, нахуй, сейчас скажу, блядь, изначально. 1112, нахуй. Под фулл рейд бафами 3900, короче, у меня СПД, нахуй. Да-да-да-да-да-да. Сбивайте косты, танк, не задрачивайся, таунт, нахуй, ЛПшка. Все, он будет срываться с агро. Главное, сбивай косты, похуй. Он мили атакой бьет вообще мало. У него косты много бьют больно. Рыбки, рыбки. Блять, сорву нахуй, нет? О, рога нормально напуливает. Да, просто есть такие роги, которые, блять, напуливают, а толку знаешь там, ну. Кстати, с бана вышел сам как-то, не знаю. Бывает.
Где? Тут? Да пох. Это вообще похуй, короче. Название найти нахуй. Слай, какое бы ни было звание, я всегда себя самым главным нахуй чувствую в любой ситуации. Вообще похуй. Забей. Да, ну самому можно нахуй состряпать. Чё, проблема. Там за ним. За ним как тащить? Давай, я притащу, хочешь? Смотри, хуяк нахуй притащил, в турбину въебал такой пятая повышенная нахуй. Писар вот с трактористом гоняешь, нахуй. Да похуй. Ладно, косты сбивайте, вообще поебать. Ребят, рыбу ставлю. Ля, рыбка. Маску ебануть такую. Вообще капец. Все под жопу уйдите. Все прям под жопу. Все под жопу. Вообще похуй. Они я все интересные. Слава, они все интересные. Да. Да хуй знает, вообще похуй.
гей. Еще две сферки. Одна сферка, нахуй. Ну че 6 человек только свичнуто, нахуй? А мне. Витра мне... пошла. Кому истерию можно кинуть? Мага кидай! А я убил сферу, нахуй. Я просто пацанов не хочу по ДПС выпускать. Хватит ДПС его любил, я люблю. Как ты ебанишь. Да, еще в сферу бы все свичились, нахуй. Уже нету инора! Пять. Еще 10-20%. Просто искру обдотайте там чем-нибудь и босса будет нахуй. У меня где-то минута еще, может меньше. Есть мана. А я что-то не пойму, а что, сова без меткости, что ли? Висит до сих пор. Волшебный огонь, внимательно посмотри. Нет, у меня, я хуй знает, что там. Странно, блядь, у меня качественно. Молчезара лучше. Пошли дальше, Слав, блядь. Ты. Там, короче, хоста, пробитие брони и сила. Я СС, да. На себя. Короче, все бежим тупо за танком, танк агрит нахуй, а мы, соответственно, это, хилы хилят его. Да. Вот бежите, короче, за звездой нахуй, потом в итоге бежите, блядь, за трусами нахуй. Потому что он упасть может. Да я добегу, мне похуй. Ну, у меня масс-рез есть, псовы. У меня тоже есть. Погнали. Бля, ДК, вот эту хуйню сейчас сделал, тебя кто хилить нахуй будет? Отдай. Пошли, 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 никого не бейте, но. Идем, идем, идем. Идем, блядь, если все выживут сейчас нахуй, идем максимально далеко тогда.
вообще скипаем следующую комнату тогда нахуй. Можно попробовать. Да хули пробовать, тут уже все видно, что получится нахуй. Да, прямой ебашим на мужика нахуй. Лабиринты, блядь. ТК, забери с меня. Все, вот туда налез. Идем дальше, нахуй. Направо, 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 дальше, направо. Сука. Все, вот здесь ложимся, нахуй. Мне надо, чтоб несколько людей. Все, вот здесь ложимся. У меня масс-рез снов есть. Вон, ну сама на нас есть, люди. Сейчас, секунду. Все, я встаю, да? Даю масс-рез. На меня? На меня. Аркану тоже охуенно будет. ДКшки надо. А тебе ДКшник вот дадим. Так, рыбу я пока ставить не буду. Я шкаф ставлю, блядь. Да, слайд. Мы тут две комнаты скипнули. А чё, кто умер там вдалеке, да? Типа сзади. Ну, короче, вставайте, ребят, чё вы лежите? Вот эти все люди, вставайте, воскрешайтесь, и мы сумонить будем. Я первую группу сумоню, давайте вы вторую там. Рога, вставай, не лежи. Ну, до тебя масс-рез не достал. Мы прям к копыту подбежали почти. Угу. Все, осталось рогу сломануть. Отбаф, разбафайте людей, погнали. Там Шамилю привет, Паша какой-то передал. Много пишет. Паша техник, да? Я с нашей гильды был. Чел. Кондёр. Давай это, чё, ребята, отдупляйтесь, пошлите, чё. Куда пошёл? Ёбаные ногти, ДК, ты нахуя это делаешь, скажи? Отойдись назад, он одного ставил. Ты не в ту сторону вообще пошёл, просто. А, не в ту? Конечно. Вообще не в ту пошёл. Да. Вот сюда нам надо, вот. Метку сними, сниму с себя, да. С кого-нибудь. Вчера пивасика нахуярился, нахуй. 5 полторашек, блядь. Бать качан сейчас трещит, я ебу, нахуй. Я еще, блядь, какие-то цифры, нахуй, выдаю, блядь, соло цель, нахуй. Бля, ребят, шо такое, нахуй? Я долбоёб, да? Ну ладно. Я хоть это признаю, блядь. Я души пососу в пизду, нахуй. Кстати, найти славить эту книжку, нахуй. Этих... королей ебаных. А тут в мобе ну, чтоб на луче там, наверное, я же на луч стану, не? Ну, у меня 20% минус урона по мне. Ну ладно.
Я чисто душу подсосу. На синий луч. Не, я не про то, я понимаю, блядь, я про то, что нахуй это. У меня минус 20% урона по мне идет из-за пета, нахуй. Ну, в смысле, блядь. Но мне-то похуй вообще, в принципе, пусть да... Но у него лок через ништяк портал есть. Мы сейчас на кнопку нажал, и все. Нет, там нахуй это, шотнет нахуй, если надо шотнет. Не, ну если так, да. А погнали, хули стоять, Слав. Ну, пошли. Не хилить нехуй, не дамажить, блядь. Демон, нахуй. Я что-то не понял, что я делаю, нахуй. Да хуйня. Промах, блядь, что за хуйня? У меня, короче, не отображается совиный баф, нахуй, на меткость. Блядь, пару семечек. Сейчас звезд будет скоро. Так, а ты процентаж этот подрубил, блядь, но что-то меня хуярит, и я кастую долго, не? Ну, нет, эту хуйню свою третью ауру. Что такое она, понял? Да нихуя я не давал АУЕ почти, я тут, блядь, семечку-то раз пять, наверное, кастанул. Ну, так а хули ему там мор обновляй, да и похуй. Может больше дать, если еще лужу. Ну, он лужу кидает, но... Меня нахуй в темницу посадили, блядь. Сочную. Сочную принцессу, блядь. Че мы это... на Аране делаем? Но он фрост этих не держит агро, нахуй, в курсе же, да? Ну, блядь, этот, нахуй. Мобов он не держит на Аране. Вот. Бомжами, нахуй. Да, двое бомжей как раз хватит. Сосать, нахуй. Ебаный кондёр, нахуй, Слава, блядь. Что за хуйня?
Не, еще как кара вышла, еще ни разу контер не видел. Серьезно? Я на X2 надеюсь, один раз видел. Я надеюсь, магом полутаю, нахуй. ДК, алло. Слайк, поставь лут нормальный. Ну, право горных королей нашел. Подобрать не могу. Иди подыми вот здесь. Сделай нахуй этот. Вот, видишь, возле меня. Ты знаешь, как это на этом спасти может, нахуй? Ну вот я прыгнул. Подобрал? Вот эта хуйня. Ну поставь нахуй ответственного, чё тут. Да, мне, да. Блять, Слава, второй, ты шо? Ты пропадаешь, пиздец. Да. А, тупо, моментами бывает. Как заика, нахуй, тупо, блядь. Забей спать для слабаков. Блять, а я что-то нахуй не поставил, блять. Да, я просто стоял. На него еще сразу видотки накинул, чтобы не умер наверняка. Ты зеленку в следующий раз прожимай. Да меньше. 20. Не забудь, что сейчас двигается. Пизду нахуй. Так и на себя СС кинула. Да я ебал. Да? Я же шарист, ты что, блядь? Да не, на X3 проще было, кстати, собирать. Здесь вообще хуёво. Ну, и людей меньше играет, я тебе скажу. Венец, не двигаемся. Ну а как, Слава, с брюлями, нахуй? Ну вот так с брюлями играть можно. Я сейчас ДК передамажу, нахуй. Чё, бомжей, наверное, не? Пизду, нахуй. Я одного забанил. Да вы серьезно, что ли? Я упала.
чё бомжей сразу не сдали? Он тебя избил, босс. Слайд. Ну, походу, на синем луче буду я стоять. Блядь, давай я нахуй одного забаню. Да. Не ебал, хорошо отлетает. Да хуйня. Они исчезли. Все, заебись. А у меня 3000 прилетело, писи по 7к, и все, я отлетел. Причем они почти одновременно прилетели. Чё, Слайк, по ДПС? Не, элементаль водяной убил. По 5000 залетело. Ну, у нас обоих. Просто друидов не любят элементали, походу. Вова. Поднимите, пожалуйста. Да на этих элементалях еще ЛП типа не восприимчив. Так, я двоих затаунтил, а они потом в итоге на вара перешли. Спасибо. Рыбу надо будет на гневе поставить. Еще одна право горных королей слов. Хочешь поднять? Да, хорошо. Слава, ну мы вообще не торопимся. Вот, видишь, красная книжка у вас за меня. За мной прямо за спиной. Наверное, не сможешь. Давай я эту активирую, подожди. Где она? Вот она, активирую. Останавливайте ману. Ману только слабаки восстанавливают. Ну да, хилы возьмут посох и будут по тебе бить и говорить вставай. Да, хапал так и делает. Но только в моем случае это дробящие, а не... посох, к сожалению. Воланира скорость, кстати. А, Слава, сколько у Воланира скорость? Но, мне просто интересно, сколько с ним ману можно отрегенить, нахуй. Воланир. Ебать, у меня аж нахуй игра вся зависла. Он не нашел такого названия. А ты книжку сам будешь юзать или кому-то отдашь? Я уже заюзал. Я бы тоже заюзал. 1.80. Ну заебись хапало, да? Правда, 1.3 еще лучше, но... Но 0.5 нету, нахуй. Большого ебашки, косты большому надо сбивать. Колдовская тень, которая? Да, потому что она ауешки ебашит. Косты. Да они не так сбиваются его. Сбиваются. Та хильтина, убейте его. Бля, рейд такой нормальный, мне прям нравится.
Не, люди ДПСят прям, ну, хорошо, и это, блядь. Активненько так. А фиг его знает. Да, он писал. А потом присумоним его, чё. Ну, уйдет, уйдет. Похуй, чё. Тут сейчас нехуй. Каштаман бомж, а так нормально. Ты думаешь, не найдем никого на Молчазара, если все, блядь, ну, типа, начало недели, нахуй, кому-то голова только нужна тоже, блядь. А нахуй сюда зашли? Бродячий цирк. Еще один, и все. Вон череп бейте. А он не наберет, у него там минус силы, я ебу нахуй. Что мама носила. У него минус 45% силы с ловкостью. Слава, мне пушку выбили, нахуй. Что делать? Локу пушку выбили. Локу похуй на пушку. Ну, с этого, нахуй, со смотрителя, блядь. Бисовая на Афлика. Я же не мейн спеком играю, нахуй. Я в демоне пошел, что папа всем СПД, нахуй. Посох, да. Со смотрителя топовый, бисовый на Афлика. Гнев. Не, мы на гнева пришли. Че, Герус Пул зарядим? Да, да. А, так здесь же телепорты, если мы вайпнемся вот сюда. Нет, вот. Нет, он не открыл. Пока не убьешь, он не работает. А, понял. Стрёмная хуйня. У меня 6 минут СС на мне еще висеть будет. Одна попытка есть. Рыбу ставлю, ребят. А, Рога, ты где? Тут уже, не? Рога. Я рыба. Рога. Ну, написала, пока 3-5 минут, и все. Ну, Слава, я, короче, ты... ставлю шкаф, сумоньте его, ставлю рыбу, хавайте, садитесь, я быстро курну тогда, нах. Ты книжку на броню... Не, уже не курну, он пришел. Ой. Так, я на синий, да, встаю? Ты книгу на броню не съел еще? Я схавал. Я бы ее съел или вар. Нет, ни разу. Красный вроде ловить. Все. Да-да-да, я знаю, как они появляются.
Портал давай появляется здесь, а мне его танчить получается как-то вот так, что ли? Или как? Все, понял. Нет, что? Ты опять оборвался? Не вздыхаем? Геру сразу, чё, не? Ты меня не слышишь? Да, не дал. Все, побежали. Он на всех клюнул. Еще раз. А какого хуя, блядь? Так я возле двери стою. Я ебу, вы что делаете, нахуй? Слав, что ты делаешь, скажи, тоже? Да, блядь, все это успевается, нахуй, ну, по сути. Да не хильте, ебаный урод, полрейда лежит. Он там стоял, танчил его дальше. Да, блядь. Слав, его сейчас, во-первых, починили, он даже во время каста, если сразу побежать на фазе, сразу на фазе к стене, он, короче, сразу же нахуй это, ну, никто не вляжет, у него каст собьется, понимаешь? Да успевается все. ДК вообще не убегал, он стоял там, чем дальше. Ну... Хуйня какая-то. Ебать, нахуй вы встали, блядь. На мне весь ЛСС, блядь, есть масрез, нахуй. Все повставали почти, блядь. Пиздец. А вот там шаман, можно его резать? Как? Ну, у меня этот ножик есть. Ну, попробуй, ебани. Скажите, куда ты...
Прокнула. Это заклинание еще не готово. Да эта хуйня без ханта нахуй убивалась. Стоп. А нахуй меня-то самой рыбу ставлю возле шкафа, ешьте. Блять. Да на 47 пусть бегут и все, похуй. Скажу. Че с Герой? Пять. На, нахуй, шот. 2 свой 300, нахуй, понял. Как, блядь, 28 300, нахуй? ДК, ты лети до конца к стене, ты что делаешь? Зеленку жми. Ты сейчас умрешь, нахуй. Ну, блядь, у тебя зеленка для чего, нахуй, вопрос? Там зеленый луч на боссе. Ну-ка, зеленку жми. Вот и все. Все четко. И побежал до стены. Прикольная тактика.
От синего луча отведи. Потому что они друг у друга нахуй забирают, как эти, блядь. Смотри, что делает. Ром, ты чё, блядь? Да. Стой, шам. Я так понял. Мне зеленку сразу, да, нужно моментально прожать. Только что. За секунду, если бы не прожал, умер бы. Это да. Нет, это на синем луче. А какого хуя меня на 28к шотнуло, нахуй? Хуйня ебаная. Да-да-да, и под ноги не вариант смотреть. А мне хилпот, а не воду. Слава, в принципе, вообще ты можешь на зеленом луче стоять и не париться, нахуй. Отхил увеличенный у тебя будет, очень увеличенный. Но мана будет просаживаться. Но у тебя столько маны, что тебе ее хватит однохуйственно на все стаки. А потом, когда ты убежишь от зеленого луча, у тебя фулл мана реснется, нахуй. У тебя бесконечная мана будет, тебе синий луч будет оверхилить, вообще похуй. Ой, блядь. Ну, спалки, нахуй. Любу ставлю. Хапалов обычно просто ставят так. Лучше.